Скажите, что это за усики? Это парк хроники 40-х годов. При приближении к бордюру данные пружинки начинают брякать друг об дружку, и водитель, соответственно, слышит, что он прижал слишком близко к бордюру, чтобы не поцарапаться. Ну, это удобное приспособление. Я считаю, что вполне удобно. Гораздо эффективнее электронных устройств, потому что никогда не повредит. Спасибо.